Ребята, всем привет! Меня зовут Макс, и я хочу записать для вас ролик, как я делаю Dragon Flag. Если у вас не будет получаться сразу с прямыми ногами, делайте ноги, согните в коленях и делайте постепенно. Либо одну ногу подгибайте под себя, делайте с одной ногой, потом разгибая, делаем с двумя ногами. В общем, не спешите, со временем у вас получится, как только вы укрепите свой кор. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем респект. Вот это, ребят, мое выполнение Dragon Flag. Все ровно, без каких-либо сгибов. Поясница напряжена, косые, пресс. Все должно быть четко взаимодействовать. Это я уже показываю элемент. Ходьба, как говорится, лунная походка на Dragon Flag. Ну, сможете делать то же самое в дальнейшем. Когда научитесь делать подводящие элементы, начинайте сразу с подводящих. Вот сейчас будет один из элементов. Ноги сгибаем в коленях и поднимаем вверх, пытаясь. Если не получается так, сгибаем просто ноги в коленях. Вот сейчас будет этот элемент. Согнули ноги в коленях и просто поднимаем ноги согнутые. Делайте 5-10 раз, сколько сможете. Отдохнули, еще раз повторяем. И так, пока ваша поясница не будет гореть и пресс. Далее следующее упражнение. Берете ноги просто ровные и поднимаете вверх вместе с тазом. Это тоже подводящий элемент. Сделайте тоже серии 5-10 раз с отдыхом, потому что поясница будет уставать. Далее можете делать одну ногу, сгибается в колене, другая ровная. Делайте тоже раз 5-10 с отдыхом. Давайте отдых своей пояснице обязательно. Перед этим не забывайте разомнуть хорошенько поясницу, разогреть ее, чтобы не было в дальнейшем никаких травм. Следующее упражнение идет уже. Ноги поднимайте вверх и старайтесь потихоньку опускать. Но это в дальнейшем, ребят. Сначала научитесь делать хотя бы согнутыми ногами. Сейчас покажу, как выполняю я Dragon Flag. В итоге у вас получится вот такой Dragon Flag. Ребят, обязательно делайте разминку поясницы, всего руки разминайте, потому что все здесь задействовано. Всем успехов, ребят. Да, ребят, и не забываем ставить лайки и подписываться.